Всем привет, меня зовут Виктор, и мы продолжаем прохождение Horizon Zero Dawn. Так, по-моему, я сюда пришел, чтобы с Раваном пообщаться. Вот с Раваном общаться и пойдем. Раван. Ко мне обратился некий Насан, и мы пришли к соглашению. Я думаю, многие беженцы скажут нам спасибо. А началось все с украденного меча. Как говорится, следуй за тенью, и ты найдешь пламя. Окей. Все. 3000 опыта. Всего 3000 опыта. Как-то прям... несерьезно. Несерьезно. Охота. Так, ладно, это не исследованные земли. Доберитесь до зубцов. Ага. Ну, окей. Давай доберемся. Посмотрим, что нас там ждет. Точно. Отрицатели. Да надеюсь, что нет. Хер тебя знает, может, и послышалось. Смотря что там тебе послышалось.
Так, ну если костер доступен, значит зона не враждебная. Это, конечно же, хорошо. Давай. Собирай лекарственные травы. Так, стой, опять ты смотришь в какую-то не в ту сторону. Элой, а куда ты опять смотришь-то там? Этого мы уже расколдовали. Он уже доступен. Что там такое? Нихуя себе там битва идет. А это разбойники, да? Нахер вы нужны сейчас? Так столько времени на всякие сражения тратится, тут прямо ужас. Конечно, бизон-то нужен. Хотя нахер он мне нужен. С него топливные элементы все равно не падают. Так как этот. Звучки-то прям. Так, мне там листья шкура же нужна, да? Это не шкура. Так, что мне надо осмотреть? И с Солином поговорить. А мне наоборот. Сперва надо осмотреть, потом поговорить. Или наоборот, сперва поговорить, потом осмотреть. Давай попробуем поговорить сперва. Элой, ты свое слово держишь. Олен, я знаю, чем тебе угрожал Гелис. У тебя жена и сын. Я должен был о них заботиться, а я что творил? Это твой шанс. Что-то ты творил? Потому мы здесь. Я готов. Я так тебе благодарен. Их держат где-то здесь? Да, в поместье за этими скалами. Я отведу. Вон там. Окей. То есть мне уже зубцы осматривать не надо, да? Так,
Нам что, надо без шума все сделать, или так их можно просто поубивать? Я найду тебе применение. Сюда за камень. Час настал. Они теперь так близко. И так. Потерпи еще. Мне пойти одной? Ну, ты-то сможешь. Боюсь, как бы кто-нибудь не подкрался со спины. Я тебя прикрою, если позволишь. Да похер, пошли вдвоем. Я буду рядом. Пошли вдвоем. Тебя все равно вроде убить не должны, да? Тебя ж убить не должны, поэтому... Давай мы. Ох ты. Даже может третий плюсик быть. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так. Хер вас знает, куда вы там попали. Да нет тут никого. Так, один идет, да? Блять, Оля, куда ты вышел? Оля! Все, сектанты мертвы. Нормально, в принципе, справились. Олин там, хоть Олин помог, действительно, а не кто, просто он там со стороны постоял, посмотрел. Как некоторые тут помогали, блин. Ты, падла, бегаешь. Да чтоб тебя!
Ну вот и ключ, да? Да чтоб ты такой, кабан-то прям жирный прям. Кабашка-неубивашка прям какой-то. Открылась, нет? О, то есть они стояли на коленях, да, пока их это... Понятно. О, моя жена, мой сын. Элой, я в троекратном долгу. Хвала солнцу! Ты нас нашел! Я нашел ту, что оказалась намного отважнее меня. Это ее ты должна благодарить. Фу, я вот так так-то. Виноват. Я пошел на сделку с бесом, а поплатились за это другие. Ты думаешь, я не знаю? Они же болтают. На моих руках всегда была грязь. А теперь еще и кровь. Обними этими руками сына. Возвращайся с нами в жилу. Послушай свою жену, Олен. Но Гелис и его демоны... Я просто обязан тебе помочь, Элой. Обязан честью, пусть у меня ее немного. Олен, ты мне больше ничего не должен. У тебя семья. Покажи им, что изменился. Прощай, Элой. Надеюсь, ты найдешь мать раньше них. Тарарарам. Ну окей. 5000 опыта. А нет, не хватит нам прокачаться. Не хватит. Так, здесь... Да, по-моему, здесь и нехер-то у них брать. Уже все, что можно, взяли, да? Окей, так. Так, следующее. Что у нас тут? Побочки. Кратковременное затишье. А, лагерь Банук. Древний арсенал. Так, а чё, как это? Где это древний арсенал? Это где, ёптить? Это там, где я, блин, это, да? Элемент питания стараюсь найти. Или как-то он там называет. Топливный элемент там, да? На карте не показывает. Ага, ладно. Ладно. Ну, это, блин, далеко, да? Далеко. Основное. Это еще. Все сюда, да? Что, придется сюда топать? Придется топать туда? Зараженная зона 20 уровня. Пойдем-ка мы тебя обеззаразим. На обеззараживание сходим. Зараженную зону обеззаразим. Посмотрим, что там за зараженная зона.
Блин, да неужели? Я же вроде ее очистил. Я же очищал вроде эту зону. Как так-то? Снова, что ли, заразилась она? Блять, или я что-то путаю? Это можно хранить. Стой, где тут барыга? Как-то вообще не прикольно. Я, получается, ее обеззараживал или нет? По-моему, нет, я путаю. Форельки. Долгоног, падальщик, долгоног. Знаешь, что-то.
Ну, окей. Справились. Запас карман не тянет. Так, здоровье увеличилось. Что здесь? Кто здесь? Не видно, так помечать надо. Так, ну все, мы ее очистили. Очистили, отлично. Так, а здесь 18 уровня, да? И точка обзорная. Ну, давай сходим. Надо комплекты быстрого перемещения уже покрафтить. Пойдем. Я-то уже 25 уровня. Я крутой. Ленторок. Ого. Тут ничего нет. Угу. Thank you.
хера там в горах там клокочет. Хорошо, хорошо, хорошо прям. Ну что, сдохнешь, окей. Так, и остался этот там один, да? Остался один там этот. Ой, не, ну так ты мне такие сюрпризы тут не устраивай. Таких сюрпризов мне не надо. Допрыгнуть она не может, блин. Чё за фигня-то? Допрыгнуть не может. Можно расслабиться. Угу. Шкура лисы. Так, все. Теперь я могу там что-то изготовить по сумкам, да? Колчан. Ого. На фулку прокачали. Сделали. Это сделали. Хорошо. Хорошо, прям. Передос в 15 лет. Прикольно. Черепаха-давы. А где тут? Где-то ж костер тут был, типа, поблизости. А, вот он, блин. Спрячут, так что это. Хер найдешь. Хер найдешь, спрячут.
Огненный бурдюк. Так, а мне туда надо? Или нет? Ну, то есть, не обязательно ж мне пробегать там все, да? Блин, вот тут единственный цветок остался. Хотя нет, тут еще. Так, ну я чувствую, сюда еще придется идти после вот этого, да? Поэтому мне, скорее всего, надо кого-то вот сюда уже выдвигаться. Давай. Пробежимся до тудова. Сюда должен был прибыть Насан. Да, он прибыл, мы же освободили его уже. Или здесь что-то мы еще не до конца доделали, что ли? Айлой, ты от меня что-то скрываешь, что ли, или что? 32-й, 34-й? Ого, блин, тут уровни. Погнали, чё? Так, давай мы вот... Пошли, пошли. Для высокоточного лука колчаны добавили, отлично. Предел мастера. Я уже близко. Олин сказал, он нашел образ той женщины в древнем устройстве. Если это моя мать, что она могла делать здесь, так далеко от земель Нора? Я не понимаю. Кто она? Ее имя Элизабет Собек. Ты опять в моем визоре. Ну, выкладывай. Что тебе о ней известно? Следуй, куда шла, и скоро ты будешь знать о ней столько же, сколько я. А то и больше. Но и меньше. Предел мастера заняли воины затмения. Чтобы помочь тебе, я припрятал возле руин особое снаряжение. Виза покажет тебе, где что ж там за особое снаряжение-то, интересно, он такое припрятал. Понимаю, это просто пиздец какой-то. Я 25 уровня уже. 25 уровня персонаж. Это какого-то 8 уровня или какого 5 уровня быки, блядь. С двух тычек просто сносят. Просто с двух тычек это. Кто он такой? И откуда он все это знает? Что это такое он может сказал... быть, блядь? Как? Как вообще это такое может быть? А? Вот я вообще не понимаю просто. Элизабет Собек. Какое странное имя. Ну, ничего оно не странное, нормальное имя.
серьезно, просто непонятно, как. Ты что, убежать хотела? Сорян, лисичка. Блин, не попали. Бывает, чё? Бывает. Двадцатого уровня. А это этот убийца, что ли? Ты снова? Я видел места, где ты побывала. Новые поселенцы не ценят твое искусство. Свалили твои творения в яму. Но я знал, что искать. Возня на земле, щедрая россыпь брызг. Я же говорил, еще свидимся. Нил, а ты все охотишься? О, да. Я затачивал клинок, предвкушая запах сражения. Не пойми превратно, эти мрази и так очень пахучи. Но капля паники еще больше подчеркивает аромат, как благовоние. И как же зовут твой нож? Что за вздор давать имя ножу? Ну вот и поговорили. Ты готова? Только не думай, что мне это нравится. Не волнуйся, они унесут твой секрет в могилу. Блин. Чё, спугнул? Спалили? Нет? Чё случилось? Что произошло? Так, здесь нету. А вон стоит какое-то мудило. Так, там... Чё, ты идёшь? Нет?
Опа, блядь, сколько вас. А где мой друган? А? Опа. Здоровый какой, блядь, хер. Эй, ты чё думаешь, сейчас стрелы кую, что ли, ёптать? Отбегаешь, когда я в тебя стреляю. А, это ты? Я уж тебя хотел убивать. Так, ладно, здоровяка свалили. Это уже хорошо. Слышь, ты-то будешь помогать? Нет, а? В самом-то деле. Поэт херов. Говорит-то красиво, а толку-то никакого. Меня ищут. Да не, вряд ли. Да ладно. То есть ты вскрытку не помогаешь, да? То есть надо в лобовую идти, чтобы ты начал помогать. Ну понятно, все. Все понятно с тобой. Здесь!
Блин, надо было этот огнедых подобрать. Ладно, справились, это самое главное, да? Справились, это главное. Заражение распространяется все больше. Нас ждут пасмурные дни. Суд в лагере у разбойников был. Этот наряд, он же прямо кричит. Панук! И что? Никогда не знаешь, когда пригодится. Это как-то херово, что он кричит банук или что? Все, погнали. Бегемот. Обалдеть. Хера себе. Даже такие есть. Так, костерок. Охотник. Этой дороги, лентороги, блин, и чё вы все тут сразу встали-то на проходе, больше негде, что ли, негде больше встать, что ли? Только снег лежит и дождь идет, прикольно. Не-не-не, давайте без этого, без паники, там, без шума, без паники, без шума, без истерики. Мороз щиплется. Ладно, не ной ты, ее, опять мороз тебе щиплется.
затмение. Как он сказал? Ух ты ж, блядь. Так, а сколько у вас тут еще? Сектант, сектант, сектант. Трое, да? Трое. Я в безопасности. Мне нужно вырубить их по одному, если быстро идти. Одиссея в никуда. Париж. Выходи и сражайся. Ёптать, как это она так? Как это она так его через стену? Извините, чуваки, мне вот этот сундук нужен был. Нахера вы тут сундук этот спрятали? Глядишь бы, и живы остались. Это для меня, да? Все, как он и сказал. И что? Канатомет. Неплохой набор. Это мне пригодится. Зачем ты мне помогаешь? Я хочу, чтобы ты одержала верх. Удачной охоты. Еще поговорим. Стой! Стой. Чтоб тебя. Чтоб тебя. Точно. Так, давай. Ну, на 27 уровня зону я не сунусь. Я, конечно, это, вольтанутый. О. Я говорю, не сунусь на... А, подожди, а какого лешего ты тут? Зараженный пиндоз... А, ну да. Зараженные рыскари стоят на страже. Затмение и зараженные машины действуют заодно. Одна счастливая семья. Меньше базарь.
Так, тут рыскарь. Да вроде все, да? Вроде все. Ну, только если рыскарь где-то здесь шарахается, еще какой-нибудь зараженный. Так вроде всех положили. Ой, блядь. Вот это я уляпался, не подумав, сунулся, да? Для начала. Как тебе сказать, неплохо. Как и так. Так. Себе, да?
снег кусается. Угу. Обращай на меня внимание. Эй, Лой, нам теперь отсюда выбраться надо. Как мы сюда залезли-то, ёптрыс. Эх, Лой, Лой. Залезли, блядь, да? Отлично, мы тут, конечно. Что за такое? Залезти можно, сука, вылезти уже хер, да? Блин. А, ну в принципе я ж могу. Я ж могу просто тэпнуться вот сюда и назад вернуться, добежать. Интересно, а чё же я возле костерка-то не сохранился, блин, прям. Эй, стопы! Блять, я же их всех убивал. Чё за бред-то? Я не загружался, я ничего не делал, я просто... Нормально.
Вот тебе и застрял, называется, блядь. Вот тебе и застрял. Так нечестно. Вообще нечестно. Фу. Прикольно, да? Ладно, предлагаю на этом сейчас закончить. Продолжим уже с вами в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Всем пока и до новых встреч.